1 декабря считается днем создания Всероссийской политической партии «Единая Россия». По данному случаю, в администрации города Хасавюрт провели единый день приема граждан. Прием проводил депутат Народного собрания Республики Дагестан, председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Паша Ханалеев, в ходе которого обсуждались такие темы, как социальные, экономические и культурные. Были подняты также вопросы образования, где существует проблема недостатка ученических мест для перехода школ на односменный режим обучения.